Друзья, всем привет! Это видеообзор квартиры, которая находится по адресу улица Дальневосточная, дом 112, ЖК «Новый город». Традиционно расскажу о месторасположении предлагаемой квартиры в аренду, а потом уже о самой квартире. Квартира у нас находится, как вы уже поняли, на улице Дальневосточная. Квартира с вот таким замечательнейшим видом. Это у нас по факту вот эта восточная сторона примерно, да? Вот, такой замечательный вид круглый год. Летом понятно, что тут вода, зимой тут лед, все логично, но там вдалеке можно увидеть, что получается Ангара не замерзает и она парит, конечно, очень красиво. Вот, по инфраструктуре развитый микрорайон, все в шаговой доступности, буквально вот здесь у нас находится супермаркет Слата, тут же у нас находится подземный паркинг, о наличии свободных мест лучше уточнять, ну, заранее тоже. Вот, до школ, там, детских садов, все в шаговой доступности, до остановки тоже это шаговая доступность. Прям за этим домом, получается, по той стороне у нас находится бульвар Постышева. Это такое интересное очень место, где сосредоточены, ну, очень хорошие там бары, рестораны, красивая набережная и так далее. Вот, по квартире. Квартира у нас однокомнатная, предлагается в аренду. Так, секунду, закрою дверь. Квартира у нас, как я сказал, однокомнатная. Сейчас мы находимся с вами в спальне. Здесь у нас полноценная двуспальная кровать, такой мебельный гарнитур и встроенный шкаф-купе. Вот, в квартире есть все необходимое, утюг, гладилка, сушилка и так далее. То есть вам нужно, как мы говорим в этом случае, взять только свои тапочки. Дальше, здесь у нас отдельная кухня. Кухня достаточно просторная, то есть выделены зоны под какой-то там посиделки и так далее. Да, здесь можно расположиться, то есть не так, что это просто маленькая кухня. Теплые полы здесь электрические с подогревом, хотя они не очень нужны, потому что это очень хороший дом, хороший застройщик. И здесь, в принципе, как бы холодно не бывает. Вот, ну и давайте покажу, как выглядит санузел. Санузел у нас совмещенный. Все чистенько, аккуратненько и опрятно. Вот. Это у нас прихожая. Показали все, что хотели показать. Будем рады вам показать эту квартиру вживую. Надеемся, что именно вы станете нашим следующим новым арендатором. Спасибо.